Ну что, пришло время расстаться вот с этим вот самокатом. Как это не прискорбно, но мне придется его отдать, причем отдать его в надежные руки и отдать его победителю. Победителю фотоконкурса «Саровская ривьера». Мы его нашли, человек старался, выигрывал, фотографировал. Ну и теперь сегодня заберет. Заберет этот самокат фирмы Xiaomi. Ну, точнее, это не тот самый самокат, на котором я катался. Это совершенно новый, еще в пленочках. Пойдемте отдавать. Подобный фотоконкурс сайт Саров24 проводит впервые. Локации выбрали ту, которая больше всего понравилась в первую очередь жителям города. Новый жилой комплекс «Саровская ривьера». Анатолий Белухин, отправляя фото на конкурс, о победе даже не думал. Интересное место, интересный свет и правильно выбранное время. Вот что было для него важно. Фотографировать днем – это, я считаю, банально. Все фотографируют днем. Вот, поэтому я решил как бы сделать ночные снимки. И поэтому снимал ночью со штатива. Приз за победу весомый – новенький электросамокат известного бренда. За него стоило побороться и проявить весь свой талант фотохудожника. Правда, как признался сам Анатолий, в первую очередь в главе угла стояло именно творчество. Ну, я такой товарищ, увлеченный фотографией. Уже давно занимаюсь фотографией. Поэтому мне это интересно было просто вот с точки зрения, так сказать, искусство. Претендентов на главный приз было огромное количество. Первые работы прислали ночью 15 мая, в день, когда стартовал конкурс. А последние работы упали на электронную почту в ночь с 15 на 16 июля, когда прием заявок был уже прекращен. Выбор был непростым, но обойти Анатолия Белухина не смог никто. Конкурсную комиссию покорил подход этого участника вообще к съемке. Не каждый человек ночью придет сюда на 3 часа и сделает целую серию просто замечательных, красивых, качественных фотографий. Свой приз Анатолий сразу же опробовал в деле. Разогнался, притормозил и с восхищением отметил и добротность конструкции девайса, и плавность хода, и отличный дизайн. По его словам, теперь добираться до места съемки станет значительно удобнее и быстрее. Кирилл Осенин, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.